максимальная ловкость, максимальный скилл. Ай, бля! Промах, не урони. А! Иди сюда, иди сюда! Ара! Ой, бля! А, да ну. Да, да умирай ты, мразь. Ай! Ребята, большой всем привет. Добро пожаловать на наш ночной стримчик. Мы играем Resident Evil 2, поскольку сегодня Хэллоуин. Ночь страшилок. Да, пишите Хэллоуин, да, одним словом. Тупейшее описание от Джонни. Так, ну что, получается, это же вообще... Т-вирус еще не так сильно распространился, верно? И это вот самое начало всей вот этой истории, которая там все идет, идет, идет. Кстати, графика прикольная. Сейчас на него зомбач выпрыгнет. Я в детстве мечтал быть водилой фур, а потом понял то, что это одна из самых сложнейших работ, ну и, наверное, скучная. Вот, на стриме можно Euro Truck Simulator поиграть или в дальнобойщиков. Видишь, там уже по рации что-то говорят, да, про распространение этого вируса. Блин, слишком громко. Сегодня мы уже маску уничтожили Бэтмена. Ладно. Ладно, это не было так страшно. Вот, я очень надеюсь, то, что сейчас не последует что-нибудь еще, поскольку в прошлый раз, когда Until Dawn я проходил... А почему 50 FPS показывает? Или возможно, это такие катсцены 50 FPS? Кого он сбил-то там? Мне кажется, он зомбака сбил. Сейчас она сзади нападет. Самые страшные зомбаки были именно в первой части. Там их нереально было завалить. Это Леон едет. Мизоил. Леон же, получается, он из вот этого отделения тоже, да? Полицейского. За которым я охотился. Немесис третьей части. Ого. Да что это? Что все мешает играть? Я не понимаю, где-то здесь зомбач есть? Это кто такой? Это зомби? Сюда? Что-то в кладовке происходит? О, господи. Кстати, графика очень приятная. О, нет. Чисто куски мяса вырывает. Он так легко не умирает? Так, окей. 4 выстрела в голову мне понадобилось. Да, графика на самом деле очень приятная, как ни крути. Он меня запер? Эй!
Открой. Так, ладно, видно, придется найти другой ход. Так, наверное, он где-то здесь. Вот он. Так, левая кнопка мыши. Матильда. Не понял. А, типа я могу использовать, да, определенные предметы на замке. Ну, а что, его выстрелить можно? Ладно, не здесь, наверное, наш путь. Так, здесь я тоже не смогу выйти. Опа. О, ключ, отлично. Так, а вот ключ, наверное, я смогу использовать. А что, у меня всего 8 слотов, получается, для предметов? Не так-то и много. Так, открыть снаряжение. Вау. Кстати, дизайн немножко и седьмую часть напоминает, ну, немножко классическую. Я могу ключ, скажем, одеть? Нет, не могу. Ключ получается только такой предмет. Так, у меня есть, соответственно, как обычно в таких играх, записки, снаряжение. Да, так, ладно, пули не используем. Ой, ой, ой! Блин. Сука. Извините, ребят, за мат. Простите. Открытие кирпичного завода .. состоялось. Так. Ой, Даня. Извините. Так. Чтобы открыть дверь или решить головоломку с помощью предмета, выберите. Ну, это я понял. Что с ним? Ой, господи. Ай! Ай! Блин, а что мне с ними делать-то? Ай! Суки! Ай, блядь! Бей его, бей его! Надо убежать отсюда, ребят. Ай, блин! Блин, помогай! Сзади! Бля, в катсценах он с одного выстрела убивает. Я так чувствую, короче, в этой игре самая лучшая тактика — это скорее избегать, да, столкновения и, так сказать, очень умно использовать ресурсы. Ё-моё, сколько их. Я смотрю сериал «Ходячие мертвецы». Они уже 10 лет сражаются с зомби на одной местности. Я вот думаю, откуда эти зомби постоянно берутся? Они уже давно должны были их истребить? Или они сами должны были сгнить? Я вот не понимаю. Откуда миллиарды зомби берутся в этих сериалах, которые никогда не кончаются? О, ну, ребята, это была игра спидранера. Напоминаю то, что топ-1 мира по спидрану Mortal Kombat X, ребята, это очень, так сказать, уважаемая категория на speedrun.com. Сейчас будем весь скилл, который мы наработали, да, за годы спидранинга, применять в Resident Evil 2. Блин, ну парень не может быть таким красивым. Пипец, блин. На этого Леона посмотришь? Да, охота ориентацию сменить. Что-то они слишком делают привлекательных мужчин в этих играх. Так, Казунори Кадои. Окей. Я очень надеюсь, что ремейк получился хорошим. Вот. Ну, кстати, да, девушки тоже очень так и по-анимешному, да. То есть стиль здесь действительно немножко анимешный. И это прикольно, это прикольно. Resident Evil 2. Ну, я так понимаю, короче, основные действия вот в этом городке будут разворачиваться.
И, наверное, будет вот несколько локаций, между которым там перемещаться будешь. Так, я так понимаю, то, что Resident Evil 3 следует после второй части, верно? Там же еще какая-то ада будет, да? Сексуальная телочка. Которая там что-то постоянно... Наемница, да? Акула такая, которая этот, за деньги выполняет грязную работу. Эй-эй-эй-эй! Дэйзи, не урони хромак. Хватит орать. Ну, Дейзи, ну иди отсюда. Мне кажется, она может меня больше напугать. Да, блин! Дейзи, иди отсюда! Пипец, блин, этот когтями до меня... Ну, чего хочешь? Эй, хромак не урони! Хромак не урони! Ого. А! Вот смотри. Вот поганка, а. Вы просто не видите, но у меня хромак качается. Дейзи его качает. Его все-таки куснули. Дальнобойщиком. Блин, я очень надеюсь, что сейчас с новыми жизнями начну. Простят мне мои ошибки. Ладно, в общем, да, будем беречь ресурсы, да, будем играть, так сказать, скрытно, максимальная ловкость, максимальный скилл. Вот. Да жива она, жива она. За нее еще поиграть можно. А, получается, типа, да. Наверное, вот именно с этого, да, момента начинается та или иная кампания. Блин. Блин, надо... Ой, господи, что-то морет, блин. Короче, игра, на самом деле, это прикольно, то, что игра сразу дает понять, то, что в этом мире лучше спасаться. Shit. It's everybody. They've all turned. Пошли. Прикольный антураж. There it is. The station. Ага, понял. Raccoon Police Department. Надо быстренько дойти, надо быстренько. Так, надеюсь, ни с кем не встретимся. Ой, бля! Ай, бля! Открывать! Ух. Ну ладно, хорошо, что здесь зомбаки тупые еще, да? Я на самом деле очень боюсь таких игр. Вы знаете, ребят, насколько я восприимчив к... Так, ну-ка, тап. А, фу, игра мне простила. Так, начинаем с чистого листа. Так, ну я так подозреваю, здесь еще мы должны будем, соответственно, кружить по городу и собирать вот эти зеленые лепесточки. Потом из них делать отраву. Обергот! Ой, Даня, спасибо. Ой. Еще раз. Сексизм, .. чую сексизм. Вазе. Лидизи топчик. Да нет, конечно. Сексизм в чем? То, что я взял мужского персонажа, что ли, сначала? Не, я просто знаю. Ребята, я знаю его, а вот... А, кстати, это то место, где бета начиналась, да? Спасибо большое, Даня. Спасибо, дорогая. Police desk. Ну, кстати, в Resident Evil 3 немножко другой полицейский участок. Так. Let's open it. Так, ну, я не знаю, ключом можно будет как-нибудь? Нет, нельзя.
Я подозреваю, что пистолетом тоже не получится. Спасибо, Даня. Опа, о, патрончики. Так, патрон для пистолета. Maximum Standard. Блин, конечно, в США совершенно другая культура ношения оружия. RPD. Ну чё, всё что ли? А, окей. О, кто-то отстреливается. Кем 3. Надо понять, соответственно, куда смотрит вот эта третья камера. Да убей его! Ну что за такое, а? Беги, беги, беги. Восточный коридор. Ага. Блин, ну вот этот видок карты, он мне очень близок. В свое время я любил именно Dino Crisis, как первый, так и второй. Второй я больше играл, но первый, наверное, все-таки лучше, да. Так, сохранялка. Первый Dino Crisis, наверное, вот по атмосфере намного лучше. И там вот всегда, да, такие карты, они еще разделены на разные, так сказать, этажи. Пока ты там поймешь, что и как, может пройти вечность. Так, ну что, у меня сколько здесь слотов? Я так понимаю, бесконечная, да? Так, ну здесь. А я не знаю, а ключ-то мне нужен? Странный ключ. Так, 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 могу я нажать на Tab? Получается, вот она, карточка. Так, использование карты. Все ключевые места и найденные, но не поднятые предметы. О, прикольно. Так, смотри, мы сейчас находимся в холле, да? Это красное. Так, нам нужно в комнату смотрителя. Соответственно, для этого мы проходим, я не знаю, или снизу, или сверху. Вот в эту комнату, потом комната смотрителя. Если, конечно, здесь будет, да, проход. Мне кажется, очень многие места здесь будут завалены чем-нибудь. Придется искать шорткаты. Так, это что такое? Лечебный спрей. Полностью восстанавливает. Ого. Что-то слишком щедрый подгон от разрабов в самом начале игры. Так, давайте немножко звук игры увеличу. Давай посмотрим, что здесь еще есть. Так, вот там есть путь. И тут тоже что-то есть. Это сразу антураж первого, да, Resident Evil. Опа. Так, это у нас знаки зодиака. Выбрать диск, вращать, подтвердить. Да, это у нас знаки зодиака. Я так понимаю, то, что будут различные типы дверей. Вот, и, соответственно, один ключ может открывать все эти двери. Так, так, патроны, я чувствую, здесь очень сильно понадобятся. О, травка. Так, я ее не могу подобрать, ладно. Пошли сюда. Я что-то кликнул. Так, вот здесь есть путь, да? Так, 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 так. Ладно, ничего не вижу. Пойдем сюда. Ой, ой. Вот она. Ага, эту травку можно взять. Так, ну что, растущие в горах восстанавливают небольшой объем здоровья. Ну, самая лучшая тема — это смешать эту травку. Так, ну, с чем-нибудь, и она усилит эффект. Так, ладно, здесь ничего нет. Так, компьютер, может, он нам поможет как-нибудь? Блин, что-то там сейчас происходит. Так, шифр нам нужен. Так, шифр я не знаю. Окей, значит, будем читать документы, чтобы понять, как открыть этот сейф. Так, могу вот это взять? Да, блин, с той стороны надо. Ну ладно. Так, надо запомнить, что тут есть сейф. Так, путеводитель по городу. Памфлет. Раньше зарубежные писатели всякие памфлеты постоянно выпускали. Так, полицейский участок. Так, Umbrella Corporation. Окей, так, здесь больше ничего нет. Блин, опять? Черт. Так, могу я все-таки keep out убрать?
Поехали. Так. Да уж. Мне кажется, там табличка не зря стоит. Держусь от этого места подальше. О, бой. Пошло дело. Так, ну что? Ага, понял, здесь батарея нужна. Так, ну что, у нас есть этот путь закрыт. Если что, наверное, можно открыть изнутри. Так, печатная, восточный офис и комната смотрителя. Мне в первую очередь надо сюда. Я просто чувствую, сейчас зомбаки на меня полезут. Так, мне нужно вперед, направо и налево. Спасибо, Серега, мы еще играем. Мы только начали, не волнуйтесь. Так, ну да, отлично. Let's go. Ребят, давайте так, немножко будем играть, и там, скажем, может, каждые 10 минут там буду читать чат. Но, пожалуйста, без спойлеров. Черт. Jesus. Ненавижу, когда трупы лежат на земле. Так, здесь. А что, бабки дает, что ли? Давай, 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 давай. Быстрее, быстрее, быстрее. Jesus Christ, Lord Almighty, give us your blessing. Что это такое? Бабки? Блокнот офицера. О, прикольно, смотри, здесь есть какие-то... Так, а что это такое? Получается, в полицейском участке какой-то подземный ход существует? А, и этот подземный ход находится под статуей. Так, ну вот, он тоже не знает, да, комбинацию? А, нет, нет, тут даже не комбинация, тут нужно собрать три вот эти... Три кругляшка, a way out. Так, лев, цветочек и орел, я и назову так. А, во-во-во-во-во. О, спасибо, спасибо, дорогой. О, вот эта информация нам поможет. Так, получается, лев, цветочек и, не знаю, какая-то птица. Питбук какой-то. Блин, мне кажется, сейчас вернуться будет не так-то просто, да? Ай, бля! А, постой. Беги, беги, беги. Ой, бля! О, кто-то еще живой? Yeah, baby. You're safe. Что-то этот парень вообще не этот, нехорошо выглядит. Марвин Брана. Леон Кеннеди. There was another officer I couldn't... Да-да. Мне кажется, надо его сразу грохнуть, иначе потом проблема. Does anyone know what started this? Not a clue. Not a clue.
But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Yeah, well, I was supposed to start last week, and I got a call. О, приоделся, смотри. I wish I'd come here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters. Бля, как я буду этих бомжей расчищать? Мне кажется, у меня патронов чисто не хватит. I'm ready. Hopefully, you'll be able to find a way out of this station. Так я уже понял, надо под статуей. Ну, спасибо, что измазал. We can get you to hospital. No, no, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. I'd come with you, but I just... Настоящий американский герой. Это же в Америке происходит. Я не знаю, почему они все на... Stop. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. Начал именно за Лен? Да, вот только что. Евгенчик, привет. Здорово, ребята. Got it? Yes, sir. Да, я чувствую, мы его еще потом должны будем грохнуть. О, боевой нож. Отлично. Так, нож со временем изнашивается и ломается. А, типа его точить надо будет? Взять на изготовку. Space. Ударить. Можно применять для контратаки. Space, если враг вас схватил. Но вернуть оружие можно будет только после победы. Интересно, чтобы типа он не куснул, можно его этот проткнуть. Так, ну давай мы ножик сюда поставим. Так, найдите 3 медальона. Окей. В первую очередь нам нужно найти вот этот ключ с Геральдикой. О, господи. Как он попал? Блин, всего 9 патронов, да. Так, статус. Хорошо, ну вроде не умирает. Так, давайте, короче, мы... Чё там было? Лев, папоротник и петух, да? Давайте попробуем найти их. Так, лев. Так, папоротник какой-то. Вот он. И петух сейчас. Вот он. Так, подтвердить. О, медальон со львом. Блин, ну что за ограниченный-то, а? Инвентарь. Мне кажется... А что, я не могу этот... Носить много оружия. Использовать. Yes. О, смотри, как манит, а. Yeah. Странные у вас, конечно, архитекторы, да? Очень странные архитекторы полицейского участка. Да, они придумали шарады, чтобы из него как-то выйти. А, тут что-то и заклеен. А, постой, заклеенный щиток. У меня же нож появился, да? Так. Ну-ка, могу ножом изрезать? Так, ну, окей, давай так. О! Я думаю, так эффективнее. This is not how I imagined my first day. Я бы, конечно, всех скорее ножичком этот... Зомбаков. А я могу увеличить? Объединить. О, 3 плюс 3. Отлично. Чувствую себя алхимиком, ребят. Так. О, слушай, ну это уже хоть что-то. Конечно, не Call of Duty, да? Новый, где там русских полными ублюдками представили, но... Так, еще раз. Надо немножко привыкнуть к этому управлению. Да, страшная игра. Мне кажется, даже в Mortal Kombat нет вот именно таких...
Это что? Это дверь с клевером. Блин, кто эту тюрьму проектировал, я не понимаю. Зачем вот надо было такие вещи создавать, да? О. Так, еще раз, быстренько, по карте надо понять. Так, ладно, вперед. Ой, блядь! Они могут сквозь двери проходить? Так, переоборудуем участок во временное убежище. Могут, да? Так, ага, ввиду неожиданной крупной эпидемии. Я надеюсь, они не могут меня атаковать, когда я читаю. Дэвид Форд, ну... Rest in peace, как говорится, да? Ебать. Да ты охерел, что ли? Ой-ой-ой. Надеюсь, она одна, блин. Иди сюда, иди сюда! Ара! Ой, блин. Блин, нож на нее вообще никакого эффекта не оказал. Так, ну... Блин. Я только зря прочность потратил. Да уж, не очень. Так, ну что, здесь, получается, какие-то щипцы нужны? Ладно, у меня ничего нет. Ой, спасибо, Ice One, за подписочку. О, хорошо, у меня полная карта есть. Так, соответственно, я могу пройти сейчас вот сюда. Блин, достаточно большой холл, если честно. Я шел вот отсюда, да? Я чувствую, мне нужно вот сейчас выйти и вот сюда пройти. Окей, поехали. Ладно, я передумал туда идти. О, патрончики. Могу я его сзади? Умирай ты, мразь. Пипец, что за жирный такой был? Воу, ну ладно. Так, надо будет потом, короче, точильный камень найти. Ну и? Я не могу туда пройти? Блин. Спасибо, питон. Ребята, всем доброй ночи. Так, здесь все завалено хером. Ладно. Я люблю в таких играх в первую очередь сразу определять, короче, местность. И понимать, что где находится. Так, это что, раздевалка? Опергород! Ой! Он реально, спасибо, спасибо. Супер правило. В течение минуты 15 секунд выключить все звуки и озвучивать игру Б. Тут. Access denied. Тш-тш-тш-тш. Тш-тш-тш.
Дж-дж. Так, ребята. Да, пришлите. Да ё-моё, я не понял. Ты умрёшь, нет? Да, блядь. Что за живучий такой? Ай, блин! Что за живучий такой, блин? Я на него все ресурсы потратил. Да, отправьте капком моё резюме, ребята. Буду озвучивать следующий Resident Evil. Блин, вот это живучее, а? Так, тут надо сболутаться нам по-жесткому. Сейчас я тут все возьму. Блин, вот сколько я на него потратил? И что, типа, за каждого будет этот один монстр выбегать? Нож это Перри. Да я не понял. Он всегда, типа, жить будет, да? What the? Блин, мне кажется, короче, это такой зомби, который... Так, какие здесь есть номера? 203, 208. Надо быстренько. А, да ну. Блин, нету двойки и тройки, да? Блин, только 106 есть. Ну, давай, откроем. Что за... Ты, надеюсь, не оживешь третий раз? Что это? Пленка? И чё? Катушка с непроявленной пленкой. Так, и чё, нам фотолабораторию надо найти? Так, нету ли на карте у нас где-нибудь командный пункт записи? Во, фотолаборатория. Как мне туда попасть? Так, пульт шкафчиков. А, вот так я могу попасть, верно? Ну пошлите в фотолабораторию, посмотрим там, что там, пленка коток. Так, я надеюсь, ты-то хотя бы не оживешь. Ребят, вы сказали то, что типа надо заколачивать окна. А как их можно заколотить-то, типа там будут? Подбирать. Окей, спасибо. Так, ну что? Зеленая лечит раны, синяя противоядие. Красная, никакие лечебные свойства. Так, красная трава. Общее физическое состояние. Да уж, дополнительные исследования, да? Как соединить этот зеленый и синюю траву. Слушай, у меня слотов-то не остается, блин. Надо было ключ оставить. Порох? О. Блин. А, вот же. О, как я вовремя. Как же вовремя я тут нашел. Сохранялочку. Так, знаешь что, порох мне, я думаю, сейчас точно не нужен. Какие, возможно, лечебный спрей полностью восстанавливает здоровье. Но я пока как бы себя так не оцениваю, что я прям помру, да, через минуту. Так, ключ давай-ка мы тоже оставим. Порох пока что... Я надеюсь, патроны мне... Блин, я практически потерял нож. А если, скажем, я доведу до конца, то все, да, он сломается. Его нельзя починить. Так, пленка пускай остается. Так, о, красная травка.
Так, ну я думаю, пока что ничего соединять не буду. О, а, так это фотолаборатория. Так, ну что, давай посмотрим. Памятная фотография. Окей. А, постой. Постой, постой, постой. Это же ключ, который открывает двери, блин. Где этот хер находится у нас? Ады. И у него еще какая-то есть книжка. Может, если я найду эту книжку? Так. Ну, и все, что ли? Я потратил? Так, в фильме представлены доказательства. Не пропустите. О! Ну, так, так, конечно, намного лучше, да? Нужно будет искать новые ножи. Блин, спасибо. Может, тогда вы правы, то, что не стоит на этих бомжей тратить на нож, чтобы хоть как-то контратаковать их, да? Так. Нам нужен план. Нам нужен план. А что это такое? А, это вот где забить доски? А вот деревянные доски есть. Так, оружейный шкаф, трава. Я так чувствую, нам нужно сейчас наверх. Но вот я еще не был здесь. Вот они, доски, да? Спасибо огромное. Так. Ого, слушай, какой он этот мастер на все руки. А, вот это место из Resident Evil 3. Ну, то есть... Хотя, наверное, и во второй, да, такое место было. Блин. Это наводит на мысли. Это наводит, точнее, на воспоминания. Спасибо, Арчи. Господи. Блядь! Что, кто там рыгал? Где он рыгает, бля? Он же рядом со мной. Так, ну что, этаж 2F. Так, некоторые предметы можно комбинировать с другими. Объединить. Ну-ка, давай-ка попробую травку объединить. Смесь трав, 3 плюс К. Полностью восстанавливает запас здоровья. Ого. А это? Ну тогда лучше, конечно, зеленые с красными объединять, чем зеленые с зелеными. Я так подозреваю, красные травы, они в дефиците, да? Так, можем пойти туда. Давай-ка мы исследуем этот этаж. Так, ну что, это раздевалка. Бля. Боюсь я такие места. Так, это что? Переносной сейф? И чё? Небольшой переносной сейф. И чё я там могу хранить? Любой предмет можно осмотреть. О, прикольно. Изучить. Space. Так, ага, я должен к нему код знать. Так, ну что, я так подозреваю, тут комбинация нужна. О, блин, а что это было? 5, 1, 6, 3, 8, 2. Опа. Ого. Так, ну что дали? Уф. Печать, что ли, дали? Уф. А, да ну. Блин, нету двойки и тройки, да? Я не понимаю, зачем мне это? В налоговую что-то сдавать? Так, ну, возможно, там где-нибудь чернила будут. Или это кнопка? Или это кнопка, которая поможет открыть другие ячейки? Ну, ладно. Так, инструкция к переносному. Да я уже понял, блин, не идиот.
Опа, это дроба, что ли? Steel Boy. Мне нравится название. Так. Блин, это что? Ну, здесь? А, постой. Блин, да мешает звук, блин, я не могу услышать. Могу закрыть? А, тут еще кран надо. А здесь что? Ай! Сука. Блин, так... Так спокойно и миролюбиво протекала игра и... Уйди отсюда, мразь. Он мертвый, надеюсь? Что здесь? Это что за фиолетовая трава? Красная трава. Так, у меня же пока что все хорошо, да, с жизнями. Придется на третий этаж, ребята, идти. Я ненавидел собак, короче, в Resident Evil 1. Надеюсь, их тут не будет. Спасибо, Мак. Огромное спасибо, ребят, за донатики. Если что, пишите там что-нибудь. Блин, у меня ничего нету. Я уже боюсь эти шкафчики открывать. Да ты шутишь. Так, ну пошли дальше. Дези, не ори. О, это тот ключ. И мне его некуда положить. Придется мне выкинуть. Ладно, поехали. Ой, господи. Блин, это что за чудище было? Да ты шутишь, блин, у меня уже негде ставить. Из двух щепоток можно создать патроны. Ну давай я тогда хилку отдам, что ли, пока вроде я хорошо играю. Блин, это все... Давай, может, нож отдам. Блин, конечно бы я бы хотел защититься, да? Но мне кажется, нож... Что-то нож, он не очень хорошо работает. Блин, да здесь и это есть. Так, постой, а на карте видны, да, предметы, которые я оставил? Видны. Ну ладно, короче, пока что не буду брать. Ой, блядь! Леон, это Марвин. Я нужен тебе здесь ASAP. Are you okay, Marvin? I've got something to show you. It's important. Copy that. I'll be right there. Что-то очень важное хочет показать капитан. Так, еще раз. А вот здесь интересно, что там находится. Блин, я, конечно, чувствую, если что туда пойду, то я нарвусь на эту хрень. О! О, ну хотя бы так, хотя бы так. Чьи-то каракули. Черт у этих корпоративных ублюдков. Сайонара. У нас сайонара есть в чате. Это что такое? Это взрывчатка? Так, может ножиком тыкнуть? А что, типа мне фитиль нужен, чтобы его взорвать или что?
Или возможно, какой-то удаленный детонатор. Я чувствую, у меня здесь ничего нет. Я могу в нее стрельнуть? Да, это не самое... Я думаю, это не самая удачная идея, да? Ладно, тогда пока что с пауком мы не сражаемся. Я, короче, возьму на всякий случай здесь доску. Вот, и возьму еще... порох. Я чувствую, короче, все равно с ними придется в скором времени попрощаться. Так, а вот здесь уже проблема. Что-то замоков много. Можно прыгнуть, нет? Нет, нельзя прыгать. Бля, мне кажется, сейчас здесь может пол провалиться, ей-богу. А куда мне бежать, если что? Вон туда? Сколько их здесь? Я обычно, ребята, сразу стратегически оцениваю ситуацию, чтобы в случае чего... Ладно, пошли. Не, не провалился пол. Ой, блядь! Блядь, я не понимаю, откуда они все лезут? Я обосрался. Ай, блядь, ай, блядь, ай, блядь. Не, ну как, ну может немножко я боюсь, да? Ой, блядь! Я не буду на эту кнопку нажимать, даже не думаю.